прогноз. 226 все-таки найдется или нет? Наскребете? Давайте второй попытку. Практически уверен, что 226 голосов и больше за этот бюджет будет. И объясню почему. Помимо того, о чем сказал Дима, что этот бюджет как минимум был своевременно подан, я еще отмечаю, что я вообще неопытный человек, это второй мой бюджет. И я могу сравнивать только с предыдущим. Не могу, к сожалению, сравнивать с Европейским Союзом. Третий. Так вот, третий. Мой второй, я, к сожалению, не Григорий, самого теряем начала. Время, извините. Так вот, что хочу сказать. Во-первых, что я вижу? Абсолютный конструктив Кабинета министров в обсуждении всех вопросов, касающихся этого бюджета. Взаимодействие с комитетами, с отдельными депутатами. Вижу конструктивную работу бюджетного комитета. Наш комитет, ну я еще, правда, не член комитета, но наш комитет, в который я хожу и работаю по свободе слова и информации, мы высказали замечания. Мы считаем, что есть закон, который подразумевает некий объем финансирования суспильного мовника, а бюджет предусматривал меньшую сумму, чем закон предусматривает. Вашу просьбу удовлетворили. Удовлетворили. Не на 100%, но в значительной части. Это была просьба комитета. Ну понятно, это хороший сигнал.